Мама, конечно, меня убьет, но... Ну что ж, мы со всеми прощаемся, а на выходе вы увидите результаты голосования за королеву выпускного бала. Всем хороших каникул! Одинаковые очки. У меня, у Даши и у Ксюши 32. Как такое может быть? Ну что, девчонки, говорю же, дурацкий конкурс. Меня такой вариант вообще не устраивает. Капец, что я буду говорить ребятам? Я одна из трех королев бала. Королева только одна. Может, скинемся? Ага, сейчас. О, у меня есть идея. Как насчет челленджа? Я как раз на один очень классный. Ульяна, участвовать в твоих челленджах себе дороже. Ну а почему бы и нет? Королева не боится ничего. Я тоже согласна. Я не верю, что я на все это соглашаюсь. Ульяна, давай свое испытание. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы не пожалеете. Что стоим? Идем! Идем, идем, идем. Чуть-чуть. Все, открывайте. А? Коробки. Коробки. Чего? Это же мой дом. О, давайте без деталей. Это и есть челлендж. Челлендж выберет правильную коробку, чтобы выжить. Чего? Чего? Ну, чтобы стать королевой бала. Объясняю. Три коробки. Внутри матрасы. Ну, это мы увидим. Ну. Каждый матрас будет облит каким-то ингредиентом. Всего их будет 20. А что там будет? Да, всякие разные. Вот, например, персики. Персики. Персики, я люблю персики. Нова, стоп. Мы вообще-то в платьях. Я не буду этого делать. Мама, конечно, меня убьет, но зато я стану королевой бала. Я согласна. Лузеры. Чего? Ну да, игра стоит свеч. Я тоже согласна. Только после вас, девчонки. Когда я пропущу, мне, в принципе, не жалко. Давайте скинемся. Суефа! 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 Ксюша первая. Попробую. Ха-ха! Берите по одной штуке и отдавайте мне. А эньки-бэньки или вареньки вот это. Давай. Тогда помни, что это моя. Вот это вот моя. Что утина? Запуталась. Теперь посидите там, а я все подготовлю. И не подсматривать. Хорошо. Иначе выбывание. Ой! Так все! Давайте посмотрим, что они выбрали. Морская капуста. Томатный сок. И последнее. Слайм. Готовим. Морская капуста. А теперь надо все это закрыть. Ну теперь все, я закончила. Ну весело, Ксюша! Осталось выбрать, куда ты прыгнешь. Посередине. Прыгай. Раз, два, три. Ой, прыгай! Господи, слайм! Круто! Я не смачкаюсь. О, мой следующий слайм. Выбирай следующий ингредиент, которым я дополнила мне твою коробку. Вот это. Чипсы.
соберись и выбери любую из трех коробок. Середина или край? Я выбираю... Удачи, подруга! Раз, два, три, прыгай! Морская капуста! Тебе очень повезло! Вытаскивай следующий ингредиент. На! Алена, сними. Надеюсь, тебе повезет в следующий раз. Не. Надеетесь. Ксюша, попытка номер два. А, ладно, ладно, все, убери руку. Нет, надо закрыть. Итак, попытка номер два. Желаю удачи. Два капель середину. Раз. Жесть! Нет, можно. Раз. Подожди, нет, дай. Два. Два. Три. Ладно! Ha ha ha!
Не поняла. Девчонки, я сейчас это в YouTube залью. Такая бомба будет. Оля, блин, скажи, что я победила. А чё ты-то сразу? Слушайте, блин, мне вообще самые стрёмные коробки достались. А я самая везучая. Я должна победить. Вот именно, ты самая везучая. Вот именно. Ой, девчонки, успокойтесь, не волнуйтесь. На Ютубе вы сейчас все королевами будете, так что вам всем повезло. Где моя корона? А, это? Да! Давай ее мне! Ну так это моя. Я королева. Настоящие королевы никогда не будут прыгать в эту галь. Не забывай писать много комментариев в сообществе YouTube! А еще пишите мне, какой вы хотите челлендж увидеть в следующий раз. Ну а пока, всех люблю, всем пока! Я на горох стала, я его раздавила! Фу! Я одна из трех королейка. Скажи, скажи. Кто съест булочку, тот и выиграл. А что за ингредиенты? Чего? Пиши. Я не могу. Вы не пожалеете. Где? Где? Где посмех? Давай. Последняя, да, получается? Я не могу перестать торжать. Что ты такой? Берите. Я это.